Привет, привет! Сегодня творожные булочки. Для этих булочек нам понадобится соль, разрыхлитель, яйца, ванильный сахар, творог, сахар, просеянная мука, изюм, если не любите, не добавляйте, и молоко. Начнем. К творогу добавляем яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар и взбиваем. Теперь добавляем сюда разрыхлитель, изюм и муку. Все тщательно перемешиваем. Разогреваем духовку на 190 градусов. Все тщательно перемешаем. Наше тесто должно оставаться немного липким. Это нормально. Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Наливаем туда немного масла. Я лью оливковое. Размазали. Посыпала рабочую поверхность немного мукой. Вот и наше тесто. Видите, оно немного еще липнет к пальцам. Оно так должно и быть. Из этого теста получается примерно 10-12 булочек. Теперь я разделю на кусочки, из которых буду делать булочки. Просто берем кусочек, немного влажными руками делаем шарик. Вот его немножечко промять. Так, вовнутрь. Вот такой шарик. И выкладываю его на пергаментную бумагу. Выкладываю его на пергаментную бумагу. Так делаю со всеми булочками. Вот и мои булочки. У меня на этот раз получилось 11. Я их отправляю в духовку, разогретую на 190 градусов, на 12-15 минут. Потом вытащим и покажу, что делаем дальше. Прошло время. Вытащила я из духовки булочки. Теперь я их обмазываю молоком. Каждую булочку обмазываю молоком. Булочки обмазаны молоком и обратно в духовку идут на 4 минуты. Итак, наши булочки с пылу с жару. Теперь я посыпаю их сахарной пудрой. Вот так булочка выглядит изнутри. Вот такие получились наши ароматные, вкусные творожные булочки. Пробуйте. Приятного аппетита!